четверг, 23 марта, в Ангарске будут чествовать сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Памятные мероприятия по традиции начнутся в городском отряде ОМОН. 20 лет назад в Чеченской республике погибли трое бойцов этого подразделения. Так в календаре нашего города появилась печальная дата. Сегодня на памятнике в 95-м квартале выгравированы без малого 90 имен. Ко дню памяти традиционно готовятся все силовые подразделения. В театральном зале ДК «Современник» мы на сцене увидим представителей различных подразделений, значит, нашей Иркутской области, увидим молодежь, вспомним обязательно и родственников погибших, и погибших ребят, отдадим им дань уважения, почести воздадим, которых они заслуживают. Памятный митинг у бронзового солдата состоится 23 марта. В связи с этим часть улиц будет перекрыта с 15 до 17 часов дня. Автомобильное движение будет ограничено на участках улиц Горького, Алешина и Ленинградского проспекта. Вечером мероприятие продолжится выставкой оружия и боевой техники в ДК «Современник». Вход свободный.